сейчас утверждены новые перечни социальных услуг, которые в наборе могут соответствовать индивидуальным потребностям человека. Мы создали координационный центр, который принимает информацию. То есть мы однозначно уходим к проактивному принципу выявления наших клиентов. В системе долговременного ухода появились новые категории. Если раньше мы говорили о пожилых людях и инвалидах, сейчас мы говорим о том, что в уходе могут нуждаться люди, которые попали в какую-то непредвиденную ситуацию. Это может быть авария, это может быть постинсультное состояние. То есть мы теперь их принимаем из учреждения здравоохранения с обеспечением необходимого ухода на дому.